Всем привет! Сегодня 1 марта. Решили съездить на Киев остров. Едем на мотособаке. Мужик 15 сил с передним корытом и с двумя задними. Сейчас выйдем на берег Белого моря. Загрузимся, там еще будут люди. И поедем по льдине на Киев остров. Едем по тропинкам лесным. Повстречалось болото с камышами. Но на самом деле это не камыш, а как-то по-другому называется. Но всегда его называли камыш. Как едется? Нормально. Не замерзли? Нет. Поедем дальше? Да. Ну, поехали. Собралась команда лыжников. Пойдут на лыжах, а мы поедем на мотособаке. Выезжаем на море. Устье реки Онеги. Выехали на море. Нам надо вот на тот остров, на Кей-остров. Потихоньку едем. Осталось немножко. Приехали на Киев остров. О, вот там собака! Как дела? Как дела? Нормально. Как ты наш? Собачка. Расположились в избушке, печка уже нам затопили. Рыбацкий стан. Пытаемся костерчик развести. А группа лыжников где-то еще идет вдалеке. Вот. Мотособака выдержала, доехала, довезла всех 5 человек плюс водителя. Когда приехал, я увидел одну штуку. Вот краник дополнительный стоит, и в нем выкрутился болтик. Бензин вроде не течет. Сильно шевелить не буду. А то если он выпадет, то не знаю, что делать. Надо какую-то будет трубочку искать и соединять шланги. Баржак, который летом причаливает пароход. Это правильно, это Новосибирский, она называется, да. Субтитры сделал DimaTorzok.
братский корпус деревянный. Вокруг монастыря обязательно должна быть ограда. Мы к ней не подошли, конечно. Значит, изначально ограда, по ней было ходить можно. А как таковое ограда не защищала, просто она как бы вот эту церковную жизнь от мирской отделяла. Для этого. Но она, по ней можно было проходить. Изначально было 7 башен по углам, потом 5, ну, потом еще позже, наверное, еще меньше. А изначально было 7, и надвратная церковь здесь была. Да. Так все по кругам сделано, да? Ну, как будто на станке. Стройки собора. И если мы с вами посмотрим, нижняя часть, она из белого камня построена, да? Изначально кирпич делали. Значит, среднее течение реки Онеги – это Бирючевские пороги. И вот там была известь, известь делали кирпичи и за 300 километров везли сюда. А вот с той стороны острова, там каменоломни были, и уже строят при помощи красного кирпича, да, и основного камня. Время строить это клуб. А вот там мысок, видите, вот где белое на уборе, Борзога. Так.
А винтовая это? Винтовая лесенка идет еще куда-то выше. У нее ножки болят, но все, я сейчас смотрю, как хорошо выглядит стрела. Да, стрела, скоро все приедут. Алексей Петрович ее покупал, по-моему, 10 лет назад ей. Что делаете? А, вот. Сосиски жарите? Как, получается? Ой, нормально? У меня, я пришла, она уже пожарилась. А где вы находитесь-то? На Кио-острове. Я уже второй раз, она только первый. Дожариваем сосиски и собираемся домой. Обратно. Пожар! Наша делегация? Да. Помню, в детстве хотела стать пожарной из-за папы. Группа лыжников отправились домой. А мы сейчас костер тушим и тоже едем. Это последний день зимы. Что, правда? Да. А я думал первый день весны. Нет, сегодня последний день зимы. Да. Весна? Завтра будет весна. Да, сегодня последний день зимы. Ну, конечно. Поэтому мы передаем привет зимнему. И приглашаем всех к нам в гости уже весной сходить здесь по Насту. Нет, уже ушли. Все, закопали? Нет. Еще нет. Немножко. Выехали с Кио-острова. Да, сижу и еду, рулю. Я уже Кио-остров потихонечку удаляется. Наш паровозик едет дальше.